Вот теперь, друзья, после такой тренировки вы морально и физически готовы к марафону месье. Всем привет! Вы смотрите Astra Channel. А теперь, перед тем, как мы начнем более подробно говорить о марафоне месье, нужно принять небольшой допинг, легальный, между прочим. Выпьем чай, друзья, для согрева, что называется. В сумке любителя астрономии все вместе находится, но обязательно должен быть термос с чайком. Это важное дело. Марафон месье — это задача на целую ночь. Без чая вам будет не протянуть. За Шарля, месье. Сейчас еще оператору дам. На, дружище. Пропусти стаканчик. За Шарля, месье. Архызский. Ну что ж, друзья. А теперь ближе к делу. Шутки в сторону. Поговорим о марафоне месье. Это, наверное, самый олимпийский вид спорта для любителя астрономии в первую очередь. Дело в том, что на территории России, с территории России, полностью марафон месье, к сожалению, провести нельзя. Нельзя за одну ночь у нас увидеть все 110 объектов. Поэтому мы будем пользоваться олимпийским принципом. Главное не победа, а главное участие. Итак, что же такое марафон месье? Я думаю, многие из вас знают про Шарля месье и про его каталог туманных объектов. Если же вы не в курсе, то обязательно посмотрите видео, которое есть у меня на канале. Ссылку я оставлю в описании. Так вот, Шарль месье, французский астроном, составил каталог туманных объектов, куда попало 110 различных целей, туманностей, галактик, рассеянных и шаровых звездных скоплений. Это один из самых, если не сказать самый любимый, каталог среди любителей астрономии. Он доступен для самым простым любительским инструментом, таким как, допустим, вот этот вот бинокль 20x60. По сути дела, в этот бинокль вы можете увидеть все 110 объектов. И единственная сложность здесь может быть с планетарной туманностью кольцо, например. И то не из-за ее яркости, а из-за того, что она очень маленькая, и в бинокле с увеличением 20 крат ее рассмотреть будет достаточно сложно. Она будет практически не отличаться от других звезд. Но это частности. А по блеску все объекты, по сути дела, доступны. Но если с биноклем у вас еще могут возникнуть некоторые сложности, то в принципе в небольшие любительские телескопы таких проблем не должно быть. Все в ваших руках. Главное — удача и способность добиваться поставленных целей. Поэтому, собственно говоря, каталог месье популярен у любителей астрономии из-за его доступности. Но в конце 20 века появилось еще одно интересное развлечение. Любителям астрономии пришло в голову, а не пронаблюдать ли все эти 110 объектов за одну ночь.
Так вот, в 1985 году впервые в истории любитель астрономии США пронаблюдал все 110 объектов каталога Месье за одну ночь. Можно сказать, что этот год – это отправная точка в этой марафонской дистанции. Теперь многие любители астрономии считают честью пронаблюдать все 110 объектов за одну ночь. Но, как я говорил, на территории России полностью провести марафон Месье за одну ночь невозможно. У нас нельзя увидеть все 110 объектов. Дело в том, что в каталоге Шарля Месье есть достаточно южные объекты, поэтому лучше всего его наблюдать и на южных широтах. Идеальные места — это с 10 градусов северной широты до 25 градусов северной широты. На этих широтах в течение марта вы каждую ночь можете увидеть все 110 объектов. Поэтому можете выбирать, наблюдать в лунную ночь, безлунную. Вообще, кстати говоря, идеальное условие, конечно, чтобы ночь была безлунной. А если говорить про Россию, то, например, в моей Вологде за одну ночь в идеальных условиях можно увидеть всего 94 объекта. На широте Москвы, ну, где-то 98. А на юге России, может быть, 106-107 объектов – это предел. Итак, друзья, теперь давайте поговорим, что нам нужно для того, чтобы провести марафон Месье, помимо нашей физической подготовки, которую вы видели в самом начале. Во-первых, нам нужен полноценный атлас, в котором будут отмечены все 110 объектов. Это либо атлас, либо карты с каталогом Месье. Второй момент, который не менее важен, это список объектов Месье в порядке их наблюдения. Некоторые объекты видны очень низко над горизонтом по вечеру и очень быстро зайдут за горизонт, а некоторые объекты взойдут только перед самым восходом. Поэтому их нужно обязательно увидеть в первую очередь. Короче говоря, и проще говоря, у вас должен быть полноценный список объектов в порядке, в том самом порядке, в котором вы будете их наблюдать. Такие списки есть в интернете, и я оставлю в описании ссылку на список, который составил Московский астрономический клуб. Как я говорил, самое важное не победа, а участие. Поэтому я всех агитирую попробовать себя в марафоне Месье. Это на самом деле очень важно для вашего становления как наблюдатель, как любитель астрономии и наблюдатель, потому что, в принципе, участие в марафоне Месье, оно стимулирует вас для поиска всех объектов из каталога Месье. В принципе, в обычной ночи вы можете какие-то объекты не наблюдать, потому что, ну, может, вам не интересно или скучно, а здесь вы обязаны их увидеть, потому что в этом суть марафона. Я считаю, это интересно, это полезно, и, в общем, это... Вы таким образом можете отработать некоторые профессиональные, если можно так говорить, по отношению к любительскому увлечению, да? Вы отработаете некоторые профессиональные навыки наблюдательские. И даже если вы будете наблюдать с небольшим телескопом, с биноклем, не сможете увидеть какой-то максимум даже для своей широты, вы можете поставить рекорд чисто для себя. Это будет ваш личный рекорд. На следующий год вы можете его побить, установить новый и так далее, двигаться к своей цели. А может быть, потом у вас появится шанс съездить на юг, где по меньшей мере тепло и нет вот этого снега, и там в комфортных условиях пронаблюдать все 110 объектов и войти в клуб тех любителей астрономии, которые провели марафон Месье от начала и до конца. Я считаю, что это замечательная задача, поэтому желаю вам удачи в этом деле, ясного неба и успешных наблюдений. А если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал и рассказать об этом видео своим друзьям. Пока! Партнер проекта – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru. Для подписчиков Astro Channel скидка по коду 2018.